Хотела вам сегодня сделать видеообзор первой партии тюнячек на Жигу, но ночью пришла смс-ка из транспортной о том, что приехала вторая партия тюнячек, так что сейчас еду пока за ней. Итак, что же мне сегодня приехало? Это, во-первых, гидроручник здоровенный, удлиненная кулиса КПП. Честно говоря, пока не представляю, как это все тут расположится, но будем думать. Дальше. Это крепление для аккумулятора. По регламенту АКБ должен быть зафиксирован прочно. Ну и руль. Куда же я на таком руле-то? Картина называется «Гаража у меня нет, и все свое вожу с собой». У меня вон даже, смотрите, одежда с собой есть, на случай, если вдруг Жига сломается, придется под нее лезть.